Всем привет! Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Будем надеяться, впереди нас ждет увлекательный футбол. Сегодня Вест Хэм встречается с Манчестер Юнайтед. Чем удивит Манчестер Юнайтед? Вот в чем вопрос. Самое интересное в сезоне осталось на десерт. Клуб реально претендует в этом году на титул. И хотя он занимает не первое место в таблице, в концовке сезона нужно выложиться на максимум. Ведь лидер может в любой момент оступиться. Состав команды хозяев на экране. Нужно выход. Какая красота! Какой выстрел! Большой привет защитнику. Ну разве можно давать столько времени и пространства? Да, не успел он сориентироваться и сыграл, конечно, крайне неудачно. Первый гол в этом матче был забит на 7-й минуте. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Тут может что-то получиться. И навес. И первым на этой передаче оказывается защитник. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Люк Шоу. Душ Сантуш Авейро. Харри Кейн! Ударище просто! Далеко от ворот проходит мяч. Морган Шнайдерлин. Душ Сантуш Авейро. Может получиться интересная атака. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Пас в штрафную. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Люк Шоу. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Вот мяча из боковой. В такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Душ Сантуш Авейро. Отличный отбор. Но кому достанется мяч? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И пошла передача. Вест Хэм готовится исполнить угловой удар. Оригинально сыграно. Мяч остается у них. Это может быть опасная атака. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Харри Кейн! И справляется вратарь с этим ударом. Нужно забивать! Пенальти. И что показывает рефери? Назначает пенальти и показывает желтую карточку. Ну и вроде бы все по делу. Разобрался он в этой ситуации. И удар с 11-метровой отметки не приносит результат. Свисток арбитра фиксирует нарушение и пробьют соперники Манчестер Юнайтед. Все на изготовку, к угловому готовь. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду.
удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Это может быть опасно. Навес. Разбирается оборона с этой подачей. Морган Шнайдерлин. Мемфис Депай. Люк Шоу. И удар, но в воротах мяч рикошетом от защитника. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забит. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Свисток. Замена в составе Манчестер Юнайтед. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Отличный пас. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Мяч за боковой линией. Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который покидает поле, им очень пришелся по душе сегодня. Сыграл он, правда, здорово, и его вклад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. Отлично сыграно, надо решать. Бездарная атака получилась, теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Судья позволяет продолжить атаку. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? От углового флажка мяч будет введен в игру Вест Хэма. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Лео Баптиста. Совсем необязательная потеря. Удар. Это по воробью. Крис Смолинг. Да Сильва. Тут может что-то получиться. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Атака остановлена, но кто получит мяч? И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Люк Шоу. Манчестер Юнайтед атакует. Лео Баптистао. Гол! 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 Тренер угадал с замены. Такая вот распространенная фраза, но сегодня действительно угадал. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. На табло 3-0. Это разгром. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Пошли последние 15 минут. Посмотрим за этой атакой. И как пробил. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. Удар по воротам. Отличный сейв вратаря. Манчестер в атаке. Навес.
Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Еще один аут. Арбитр даст свисток через 6 минут. Манчестер Юнайтед с мячом. Счет их полностью устраивает. Это может быть опасно. Прекрасная передача. Удар! Опасно! Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасная атака. Хорошая игра в отборе, но мяч пока не чей. Поль Погба. И навес. Невероятный сейв! Опасно! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Угловой удар назначает арбитр. Поль Погба! Но...